Орловское предприятие «Протон Электротекс» и белорусский завод «БелАЗ» завершают испытания нового самосвала. Отмечу, что сотрудничество между двумя крупными компаниями зародилось 19 лет назад. За это время было сделано немало. Провели совместные исследования, наработки запустили в серийное производство. Также «Протон Электротекс» продолжает работать и с другими белорусскими производителями. «Протон Электротекс» тесно сотрудничает с предприятиями, производящими электроприводы на троллейбусе Минского автомобильного завода. Также идет наша продукция в преобразователи сети питания кондиционеров и систем жизнеобеспечения. Троллейбусов не только Минского автомобильного завода, но и предприятия «Белка Мунмаш». «Протон Электротекс» сотрудничает не только с такими гигантами, как «БелАЗ», «МАЗ» и «Белкоммунмаш», но еще порядка 600 предприятий закупают нашу продукцию на модернизацию своего производства. Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в Беларуси, сотрудничество между крупными предприятиями двух стран продолжается, чего, к сожалению, нельзя сказать о совместных творческих и спортивных проектах. Действительно, переживаем мы все, как жители братских народов, и очень хотим, чтобы поскорее ситуация там выровнялась, и наше взаимодействие как народов возобновилось в том же формате, как и было раньше. Даже по линии моих проектов, это спортивных проектов, у нас тоже есть взаимодействие с ребятами из Белоруссии, там есть похожие проекты спортивные, да, и мы друг к другу всегда ездим, мы обмениваемся опытом, участвуем в проектах наших и проектах белорусских совместно. Вот. Но ситуация, которая возникла, она немножко обострила наше пребывание в Республике Беларусь в тот момент, когда там также проходили мероприятия.